Детка, возьми телефон. Это Кролл, звони. Пошел процесс, Академия смеха. Я надеюсь, они не подкачают. 896 секунд смеха, лучшие приколы. Октябрь, ноябрь, декабрь 2021, дробь 54, решетка 171, засмеялся, подписался, обозрался, приколы 2021 года. Ёпта, кто название делает? Вы ультанули, психанули, что ли? Так, все, вот Академия, она никогда не подводит. Вот Академия, молодцы, на 15 минут ровно, видите, ролик делают. Знаешь почему? Потому что правильно, потому что у нас с ними особая плюидная связь. Ну, трахаемся мы, в смысле. Соболезную. Соболезную вам. Ну что ж, бывает. Поехали. Вика, слушай! Нажать на съемку, и вот ты уже инстаблогер. Завести YouTube-канал, и вот ты уже ютубер. Скачать TikTok, и вот ты уже конченый. Нет. Неправильно. Так, начало пошло неплохое, да. Так. Пойдем. Это когда, короче, за пиван Деппола пришел, за 5 минут, как они это, продавать не могут. Вот так же вырываешь ее с кассы. Да не кричи ты, пожалуйста, воробей. Мать воробей собака. Хули ты это? И какой радостный, просто не спал человек. Да, ебать его в рот, блядь. Артём, Александр, Николай, Андрей. Все сейчас поедут. Насколько вы аккуратны при передаче посылок? Надписи что-то решают, осторожно, стекло? Ну, что написано, то и делаем. Hold on, something's coming out of here. Бля, это Почта России, слышь? Почта России. Ваши новые возможности. Я, короче, мерч здесь недавно отправлял тоже чуваку кружку, блядь. Он, короче, слышь, показывает прям анбоксинг, как к нему кружка приехала. Я не знаю, что делали. Там то ли авиакатастрофу, блядь, эта посылка пережила, то ли я не знаю, что там, блядь, приключилось. Там, короче, знаешь, дробление кружки на такие мелкие осколки, знаешь, как будто, блядь, ее в пыль превратили. Какой-то в Джимом Керри, помнишь, когда он это тоже в каком-то фильме ногами пинал посылку? Вот то же самое. Вот, пожалуйста, хватит, сука! Кто там на Почте России работает, дурак неумный? Хватит пинать посылки! Стоишь! Ага. В СДЭКе то же самое, кстати, часто бывает. Я, кстати, отправил кружечку назад. Да. Ссылочка, кстати, на мерч Hard Playstyle.ru. Скоро новая коллекция будет. Знаешь, какая красивая? Там предзаказ даже будет. Возможно. Но это не точно. Но, скорее всего. Поехали. Look, there's a bird, dude. It knows what's good. Ебт, как у бывшей. Tony, I just heard it inside. Ты чё, ебанутый? Попробовать себя в роли теледиктора. Давайте почитаем суфлёр. Готовы? Пишите дуэты. Раз, два, три. Поехали. Как быстро достать 1000 рублей? Очень просто. Проходите. Так, у вас что-то... А ну, встаньте сюда. Можете шапочку приподнять? Вроде нет. Проходите. И ведь его я раз поцеловал, он спокойный, я его второй раз поцеловал, тоже вообще. Ты понимаешь, уровень вообще похеризма просто вообще, буква Ю, похую. Всем вот, пофигу, пожалуйста. Во все верят. Вообще. У меня раз, кстати, так же было. Напряг, помню, потом очко, напомню, да. Я тебе расскажу. Вот, но все равно не скажу, что было легко. Ну да, очко в очко, это не очень хорошо. Там тренировка. Что
Ученые нашли идеальную мелодию будильника. Классические варианты, вроде резкого писка или сигнала тревоги, не подходят. Правильный способ проснуться звучит вот так. Бля. Ой, сука. Нихуя себе, блядь. Нихера себе, будильник, блядь. Что это за будильник? Реально есть такой? Я тоже такой хочу. Всем привет, ребят. Рад, что вы присоединились к моему бесплатному вебинару по тому, как увеличить продажи на Wildberries. Хомяк. Ты что-то подписал. Ребят, давайте не... Сука, вы. Я сейчас обращаюсь, блядь, ко всем. Вот я найду эту аватарку. Она даже где-то в чате когда-то была. Еще раз кто-нибудь хомяку припилит вот сюда зеленые наушники. Суки. И оденет кепку. Вот эту вот. Вот эту мою. Вот если еще раз вот такую я вот аватарку увижу с хомяком, блядь, где-нибудь никто не написал. Ты знаешь, они меня раз атаковали. Блядь, они мне все социальные сети вздрочили. Кидают и пишут, как дела? А как сам? Как... Одни и те же аватарки, их, блядь, их миллиард мне написало. Я чуть с ума не сошел их разгребать. Я в директ зашел, мне чуть плохо не стало. Вот, пожалуйста, сразу говорю, кто дразнится, вот это мне такое не надо. Так что, фу-фу-фу. Сейчас, погодь, сделаю, я тебе сейчас сделаю. Дурак неумный, прекрати. Не будем перекрикивать и перебивать меня, а то я, блядь, повышаю голос. Хомяк, блядь, что с твоим интернетом? Мой мужчина вообще не должен иметь... никаких социальных сетей. Он должен просто смотреть на меня с открытым ртом и молиться: о, моя богиня. Всего хорошего. Так тут подошел бы мужик другой, вот так вот за ухо вытащил ее, сказал: это, дорогая, собери вещи, какие собрать, летние или зимние, собирай все и уебывай нахуй отсюда. Да блять. Короче, приехал RAV 4 поправить зазоры, смотрите, новая машина, зазоры какие-то кошмарные. Ну и здесь тоже надо кое-что поправить. Вот здесь вот зазор, смотрите, просто куда это годится-то? Я не знаю, рука пролазит. Ептон, я не пойму, что в этом участвовал. Встает тоже, потому что, ну, на заводе как-то криво кузов сварили. Что с машиной, блядь, приключилось? Да, плита, что ли, упала? Ведь мы единственные, кто клинически удаляет злобную интонацию. О, ёб твою мать! О, охуеть, ебать больно! Да ебать, пошло оно всё нахуй! Вот, блин, AirPods нашел. Смотрите. Ну, что это? У меня, короче, слышь, была идея одна. Меня, помните, осудили. Скажу, за что люди осудили. Ты знаешь, Алексей говорит, вы детей наших учите матерным словам. Представляешь? Мне так стало стыдно и так стало похуй. Вот, ну, если честно, я, знаете, что хочу? Социальный эксперимент, я вам, блядь, без шуток говорю. Я хочу, ну, то есть дети, они без меня, они нигде никогда не услышат матное слово, вообще нигде, то есть, понимаешь, стыдно. И значит... Тихо. Вот, я знаешь, что хочу? Я вам отвечаю. Я хочу взять тачку, устроиться в такси и, понял, просто ездить и заснять реакции людей, если ты знаешь такой, короче, в шляпе, добрый день, знаешь, то есть ты вот такой вот, как вот в театре, знаешь, такой, сударь, по какой причине вы меня подрезали? Просто посмотреть, как наш вот этот вот народ, наш родненький, будет на такое реагировать, когда совершенно, понимаете, слишком адекватный, я так и назову ролик, слишком адекватный водитель. Не, водитель-театрал, во. Да коли мне терпеть, пока вот этот вот господин, а? Согласись, красиво будет. Ты знаешь, я за сутки, особенно в своем городе, зная, какие у нас водители, мне кажется, меня выкинут из машины. Мне скажут, вы, наверное, наркоман. 100%. У нас, знаете, как обычно водители ездят? Вот это движение, вот это, летом особенно, когда вот так вот где-то кто-то кому-то показывает. Я напомню, 21 век, корабли на Марс улетели. Особенно вот у нас есть место одно замечательное, там все по правому ряду, как обычно, объезжают, потом вклиниваются, и там вот так вот...
вот так вот постоянно творится. Я думаю, будет годно. Слушайте, давайте я попробую отснять. Реально устроюсь водителем, блядь. Реально. Просто в обычные такси. Чтоб вообще, то есть, город там не важен. Даже мой, другой город. Просто ездить по заказам. Возьму самый дешевый вообще этот в эконом-классе и просто погоняю. Бля, это гениально. Все. Короче, если вам идея зашла, плюсаните, я просто поставлю камеру, короче, в салон. Знаешь, так, без палева, чтобы, ну, особо не палевно было. И, короче, мы просто посмотрим, как будут люди реагировать. Это будет вообще просто разрывная. Все, дайте мне просто время, я это сниму. Все, поехали дальше. Ну, давай только так тоже. Если ролик наберет там, ну, хотя бы, ну, давай 70 лайков. Сколько? Давай 70 тысяч, я сниму, ладно, заморочусь. Это надо только в такси еще устроиться, это целая эпопея. Наверное, не эпопея. Таксисты, ребят, напишите, кто в такси работает. Как там, что надо там, документы, чьи-нибудь документы. Все, поехали дальше смотреть. Это будет вообще разрывная. Таксист-театрал, да. Это говно, блять. 10 лет в браке, хочу расцвестись. Скучно и нет денег. Мужчины вообще разучились любить. Походи. Вечером Лёлик шикует. Он заработал немного денег и решил сходить в платный туалет на Курском вокзале. Ты едешь, ёб***ь, газу! Тёпта, у тебя окно закрыто. Открой. В смысле, открой? Если открой, он меня услышит, мне пиздец вот так. Вот как такие тайминги можно поймать? Вот, пожалуйста. Вот типичная ситуация на дороге в нашей любимой стране. Я думаю, не только в нашей стране. Я думаю, что по всему СНГ. Вот типичная СНГ от комьюнити, наше любимое, родное. Вот, зато доходчиво, сразу и понятно. Как бы он, так скажем, очень быстро, коротко донес свой месседж. Понимаешь, я же, ну, англичанин. До водителя сиема этого газельки. Пожалуйста. Очень доходчиво. Я считаю, замечательно. Бля, как у меня в городе они платят? Машина сама паркуется. Вообще супер здорово. До чего техника дошла, ну очково. Прям вплотную она это все делает. Бля, я вам сейчас расскажу, вы просто охереете. Я отвечаю, такая жиза вот с этой темой. Короче, вы все помните, что у меня была Ешка, да, 6 АМГ, вот это 6.3S белая. Блять, кто не помнит, не суть, короче, я показывал там как это. Я никогда в своей жизни не пользовался, знаешь, чем? Вот эта вот автоматическая парковка. Ну, как-то, блядь, не знаю ни к чему. И тут, в Зелике, в Зеленограде, со своей подъезжаю к банку. О, стримеры богатые, они бабки снимают обычно, на самом деле. Карту просто заказал. Карта закончилась. Тихо. Богатые стримеры, ну, что я? Вот, и, значит, думаю, смотрю щель. Думаю, блядь, сам? Ну, невозможно туда влезть. А там, короче, когда проезжает машинка, она это место определила, что она туда влезть может. Я такой, знаешь... Смотри, говорю, своей. Смотри, говорю, зай. Она говорит, не влезть. Я нажимаю эту кнопку. Блять, у меня... Вот дырочка, знаешь, вот в жопе вот стала, наверное, в раза в три меньше, чем это. У меня очко так сжалось. Я не знаю, как она туда, блядь, залезла. Ты знаешь, руль крутанулся с такой скоростью. Блядь, я думал, у меня инфаркт сейчас случится. Ты знаешь, она просто вот... Она просто бум-бум, хуяк, она уже стоит там. И знаешь, идеально ровно, типа, между двух тачек. У меня, знаешь, такая испарина, блядь. Знаешь, такие седые волосы такие, блядь. Знаешь, прям я чувствую, как они растут, седые волосы. Блядь, они не сидеют, а они новые растут, седые. Я, блядь, выхожу, там вот такие вот зазоры между тачками. Я говорю, слышь? Я говорю, выезжать-то мне как, сука? Зато потом... Потом, оказывается, она выезжает так же. Благо спереди Passat B5 отъехал. Вот тварь тупая, блядь. О, вот, пожалуйста. Поэтому я не доверяю эти. Дядя Донатор! С днём рождения! Я сейчас тебя поздравлю. Блять, пацан к успеху шел. Готовился, ёпты, месяц. С днём рождения к директору, нахуй. Пошел. А потом, знаешь, что эта училка скажет? Класс. Вот вы знаете... Блять, я сейчас даже вот так вот сделаю, я даже вырезать это не буду. Сейчас скажу ту же зу, которую
вот ни один человек, какого бы вы возраста и пола и нации не были, хоть раз вы в жизни ее слышали. Готов? Представьте, что я учитель. Я просто учитель, который зашел в класс, да? Неважно, какой класс, там, 5-й, 10-й. Готов? Готов? Смотрите, я учитель. Блять, это пушка сейчас будет, смотри. Знаете, вы... Я 20 лет работаю учителем, 54 педагогом там в начальных классах, но такого конченого класса я никогда не видел. Все, почему до вас все ребята хорошо учились? Все были отличниками, все поступили куда-то, но вы класс просто, вы конченые. Вы же никуда не поступите. Вы же... А? Чуешь, блядь? Вот хоть раз каждый это слышал. Это вот, вы представьте, блядь, вас 17 тысяч человек с разных вообще вот регионов, стран, блядь, но хоть раз вы это слышали, понимаете? Это же шедевр, блядь! Понимаешь, что, зачем они это говорят? Я реально поймал себя на мысли, что, блядь, в каждой школе, вот сколько бы я школу, да, вот там в Мурманске был в школе, здесь в каждой школе нам говорили, блядь, вы конченый выпуск, вы же просто, я не знаю, вы тупые, вы конченые. Вот, пожалуйста. Продолжаем наш просмотр, извините, у меня порывы, понимаете, школа вспомнил. Я плакал, когда со школы выходил. Отчасти. Взял себе люля-кебаб. Классно штук недавно приобрел. Вот такая называется изолента Шнайдер. Если у вас парковка на себе, велосипед наклеится. Хуя люля-кебаб, блядь. Еще одну тему заметил. Если... На меня смотри. Просто уснёшь. Хотите прикол? Блять, вы можете меня захейтить, но я только сейчас задумался. Готовы? Вдумайтесь в слова вот этого вот мультика. Готовы? Вдруг из маминой из спальни кривоногий и хромой. Ты чувствуешь, блять, отсылку, а? Тут Кот Красный был еще, знаешь, в какие года? Это не мной придуманы. Тут, оказывается, шутки-то про мамок были еще. Ой, бля, все, тихо. Так, прекратите, нам еще много видеороликов смотреть. Все, хуй. Все тихо, давайте. На меня смотри. Ты на себя посмотри, на меня посмотри. На меня посмотри, на себя посмотри. Она мутит Шуры-Муры со своим боссом, он ей это предъявляет, и вы посмотрите на ее лицо. Чего, блядь? Да он на какой этаж-то, я не пойму, прыгнул? На 8-й? Проходили границу, нас остановили. Говорят, у нас какая-то одежда непонятная. Не знаю, что в нашей одежде не так. Что в нашей одежде не так? Не знаю, может, с визой что-то. Я знаю, что у нас в стране недавно закон вышел. Можно сейчас посмеяться лет на несколько. Последнее, которое сразу бросается в глаза, в лицо и куда-то... Что в вашей одежде не так? Дебилы, блядь! Химичили, баловали, что-то делали. Настоящий мед никогда не брызгает. Ух ты, какая хуя, блядь! Ебал, блядь! Да.
Здорово, бандиты. Кто-то сказал семье. Привет. За семью лайк. Бля, так же сделали. Набрал. Вот же. Пожалуйста, не ударься не обо что. Блять, вот это не жиза, такого не было, не надо пить, было что-то близкое. Блять, все тихо. В итоге у тебя за 20 лет были вот серьезные отношения прямо? Один раз. Сколько не длились? 2 недели. А вы как напиваетесь? Как голландский штурвал, блять. Пью и все, пью, но вам много надо. Выпью, упаду, встану, выпью, упаду, встану, упаду. Вот последний раз так было. Ну, свою... Ну, кстати, заметьте, свою меру он знает. Блять. Бля. Сейчас бы сигарету. От души. Не болей. Бля. Я не знаю дантыского. Найс, бродик. Ой. Найс, что бы ты сказала перед тем, как уничтожить пол вселенной. Это вам за масочный режим. Брат, если у тебя украдут телефон, звони. Закончите пазики, блядь. Кнопочный смартфон Joy 4G за 2890. Причем тут нахуй помидоры, блядь. Каждый день навожу порядок, стараюсь держаться в чистоте. Но мусор в квартире находится постоянно, и я не могу от него избавиться. Казалось бы, при чем здесь Данкин? Slide with a body, manhole two from the woody. Saru gangsta niggas. Time to do some sketchy shit. Doo da, doo da. Hope I get away with it. Oh, the doo da day. Колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Блять, дебилы, сука.
При чем здесь я-то, блядь? Сука, неумные. Блядь, не знаю, что это было? Это что такое? Слышите вы? Монтажеры хуевы. Хуя, мне усы-то идут. Смотри, как может мне усы такие отрастить? Одобряем. Блять, я... Это кибербуллинг. Это лайк. Слушайте, это один из, наверное, самых разрывных роликов Академии Смеха. Пацаны-красавчики, ребят, давайте залетим тоже. Кто будет смотреть там в повторе, либо сейчас. Залетите работягам тоже, разгрузите лайкосов. Подпишитесь на канал. Посмотри, они выпуск сделали вообще просто разрывной.